Распаковка лопаты, купленной на розетке. Вот так мне ее выдали в пункте выдачи. То есть упаковка, ну, так себе. Вот эта штука сползала всю дорогу. Ручка зафиксирована заклепкой, а не на шуруп, как и было у модели Фрискас. Вот так выглядит сама лопата. Сварочный шов достаточно аккуратный. Тут тоже проварено. Лопата не заточена. Ну, как, собственно, большинство лопат. Здесь выдавлено какое-то клеймо MY. Ну, в целом, достаточно. Впечатление неплохое производит. Здесь рифленая, шершавая для более удобного хвата. Полная, я решил померить полную длину. От кончика штыка до кончика ручки 117 сантиметров. Ну, если кому важно, ширина 18. Сталь, двойка где-то. Этикетка крупная, если кому-то интересно.